Череду товарищеских межмуниципальных матчей продолжила встреча красногорской и королевской команд. На лед арены имени Петрова вышли любители и в большинстве своем чиновники. К примеру, капитан команды, хозяев, замглавы по безопасности Виктор Моисеев. Мастерство растет на самом деле. И это очень отрадно, что и люди, которые на самом деле заняты, и чиновники, да, и работники разных учреждений находят время для того, чтобы заниматься спортом. Глава округа пришла на очередной матч поддержать красногорцев. Гости очень уверенно начали игру и в первом периоде владели преимуществом. Это, впрочем, лишь раззадорило хозяев поля. В первом перерыве на табло 2-2. Смена тактики, перераспределение задач среди спортсменов в красном отразились на счете. Однако гости не расстраивались, а наслаждались игрой на профессиональной арене. Лед очень классный. Очень, на самом деле, хорошо, что здесь два льда, основной тренировочный, потому что у нас в Королеве одна ледовая, вот такая, ну, на ледовой арене одна площадка, и, конечно, она забита. Это большой потенциал для развития и Академии Петрова, и маленьких спортсменов, ну и, конечно, подрастающее поколение, ну и, естественно, взрослых. Королев как ни старался переломить ход игры, счет рос только в пользу Красногорска. Итог встречи 12-4. Победа за местной командой. Де юре, уточнили игроки, де-факто победа за дружбой. И она повод для еще одного ответного товарищеского матча, который запланировали в Королеве.